Кубань относится к числу регионов с высокой долей сельского населения. Около 2,5 миллионов кубанцев живут на селе. Все они, конечно, имеют право на достойный уровень и качественную жизнь. Реализуя краевую госпрограмму по развитию сельских территорий, удается делать многое в плане благоустройства, в том числе строить тротуары. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» дает новый импульс подъему кубанского села. И в нашем муниципалитете этому вопросу уделяется большое внимание. Мы побывали в крупнейших станицах Славянского района, Анастасиевской и Петровской, где в нынешнем году уже сумели претворить свои планы в жизнь. В Анастасиевской, где вопросы благоустройства находятся в центре внимания, приняли активное участие в программе. Благодаря этому сделан прекрасный тротуар по улице Победы, а также заасфальтированы два больших участка по улице Октябрьской. Задача строительства и восстановления тротуаров, так же как и уличное освещение, для нас является самой главной, потому что особенно на отдаленных участках, потому что это комфорт, это развитие территории, это удобство для наших жителей. В этом году мы построили уже 3 тротуара, и на следующий год нам уже выделили 2 тротуара по этой же программе. Также мы заявились в Министерство транспорта по 4 тротуарам. Считаем, это направление необходимо развивать, это будет удобно всем нашим жителям. Жители станицы довольны, что построены эти тротуары. Намного удобнее и безопаснее стало ходить детворе и всем остальным станичникам. Давно ждали появления этих тротуаров, современных, удобных. Это прекрасно для пешеходов, для деток, которые входят в школу, в садики, на мероприятия. Это очень прекрасно. В станице Петровская обширная дорожная сеть, которая все время совершенствуется. Обустройство тротуаров стало гораздо более доступным благодаря действию госпрограммы. Благодаря этой программе, конечно, удается решить насущные сегодняшние проблемы. Мы участвуем в программе в этом году, значит, по строительству тротуара от улицы Красной, от нашего мемориала до общественного кладбища. Дана высокая, конечно, оценка населения. Вопрос был насущный и возникал давно. И, конечно, хочется поблагодарить руководство Краснодарского края, губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева за то, что существует такая программа. Благоустройство Петровской постоянно в поле зрения местных властей. Здесь стараются использовать все открывающиеся возможности для того, чтобы сделать жизнь петровчан как можно комфортнее. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».